Сироты из Орехово-Зуевского района получат собственное жилье. Глава района Борис Егоров вручил ключи от квартиры. Юлия Жандарова – студентка второго курса филологического факультета Государственного гуманитарно-технологического университета. В детстве осталась без попечения родителей. Месяц назад ей исполнилось 18 лет. И вот сегодня она получила квартиру в городе Ликино-Дулево. Там ремонт, все, мне все понравилось там. Ну, однокомнатная, конечно, но я одна как бы живу, все. Самое главное, то, что буду самостоятельно начинать жить. Юля стала 12-й, кто в текущем году получил квартиру от государства. На этот год план по предоставлению жилья детям-сиротам, достигшим 18-летнего возраста, выполнен. В следующем году еще 29 детей, оставшихся без попечения родителей, будут обеспечены жилой площадью.